В Югре открыли 3 новых звезды. Речь о памятных знаках, которые ежегодно устанавливают на мемориальном комплексе музей геологии нефти и газа в Ханты-Мансийске. Памятные таблички посвятили легендарным нефтяникам прошлого столетия Владимиру Соловьеву и Владимиру Шпильману. Кроме того, памятную звезду вручили трудовому коллективу ПАО «Лукойл». Напомню, впервые подобные мемориальные знаки появились в окружной столице в 2004 году. Ежегодно их присваивают выдающимся деятелям и организациям, которые внесли значимый вклад в развитие региона. Сегодня их уже 54. Мы продолжаем дело Владимира Ильича. Ну, во всем, что он нам говорил, вот это правильно делать, мы делаем. Да? То есть у меня брат, ну, вы его, наверное, тут больше знаете, он занимался потенциальными ресурсами, тем, что отец занимался всю жизнь. Оценкой потенциальных ресурсов Западной Сибири. Сейчас этим занимается мой сын старший, его внук, да, Владимир Ильича. То есть его методики, его знания, они перекладываются уже на его внуков, да.